Open your Bibles with me, if you will, to Matthew chapter 28. Давайте откроем наши Библии Евангелие от Матфея, 28 глава. So let's read. Давайте прочитаем. Now after the Sabbath, as the first day of the week began to dawn, Mary Magdalene and the other Mary came to see the tomb. По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. And behold, there was a great earthquake, and for an angel of the Lord descended from heaven and came and rolled back the stone from the door. И вот сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступил, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем. And his countenance was like lightning, and his clothing was as white as snow. Вид его был как молния, и одежда его бела как снег. And the guards shook for fear and became like dead men. Устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали как мертвые. But the angel answered and said to the women, "Do not be afraid, for I know that you seek Jesus who was crucified." Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: "Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого." He is not here, for he is risen. As he said, "Come and see the place where the Lord lay." Его нет здесь, он воскрес, как сказал. Подойдите, посмотрите место, где лежал Господь. And go quickly and tell his disciples that he is risen from the dead. И пойдите скорее, скажите ученикам его, что он воскрес из мертвых. Let us pray. Father God, we thank you for Jesus. Давайте помолимся. Отец небесный, мы благодарим тебя за Иисуса. We thank you, Lord, that he did not stay dead. Мы благодарим тебя, Господь, за то, что он не остался мертвым. We thank you that he descended into hell and took away the keys of death, hell and the grave from the devil. Мы благодарим тебя, что спустившись в ад, он забрал ключи от ада и смерти у сатаны. And we thank you that he rose again the third day. И мы благодарим тебя за то, что он воскрес на третий день. That we might also understand that life comes from Jesus. Чтобы мы также могли понимать, что значит эта жизнь от Иисуса Христа. Thank you for this opportunity to gather in your name. Спасибо тебе за эту возможность собраться вместе во имя Господня. In Jesus' name. Во имя Иисуса Христа. Amen. Аминь. The resurrection of Jesus Christ answers once and for all the question, if a man dies, will he live again? Воскресение Иисуса Христа отвечает один раз и навека на вопрос: если человек умрет, будет ли он снова жить? If Jesus is dead, then our faith is dead. Если Иисус мертв, то и вера наша мертва. We're no better than any other religion. Мы ничем не лучше, чем любая другая религия. But the resurrection of Jesus Christ takes Christianity out of the realm of philosophy. Но воскресение Иисуса Христа берет христианство из области философии and turns it into a fact of history. И превращает это в факт истории. Jesus Christ rose from the dead. Иисус Христос воскрес из мертвых. It proves to us that there is life after death. Это доказывает нам, что после смерти есть жизнь. You see, the doctrine of the resurrection of Jesus Christ is central to our faith. Понимаете, доктрина воскресения Иисуса Христа центральная в нашей вере. It's not optional whether we can choose it or not. Она не такая, что мы можем выбрать, верить в нее или нет. Это не просто один день празднования весной. To deny the resurrection is to remove the core of Christian faith. Отрицание воскресения — это... Ну, этим самым мы как бы забираем ядро из веры христианской. The crucifixion of Jesus would have been in vain without the resurrection. Воскресение Иисуса Христа, оно было бы тщетным без, то есть смерть Иисуса Христа была бы тщетной без его воскресения. When I was preparing for this sermon, когда я готовился к этой проповеди, I listened to a song that we used to sing at Easter time. Я слушал песню, которую мы когда-то пели во время Пасхи. The idea was that Jesus was laying deep in the grave. Идея ее была в том, что Иисус лежал глубоко в гробе. But he was waiting for that day. Но он ждал этого дня. And then the chorus goes, "Up from the grave he arose." И припев ее звучит как: из гробницы он воскрес. With a mighty triumph over his enemies. И восторжествовал над своими врагами.
He arose a victor. Он воскрес победителем. From a dark hell. Из темницы ада. And he lives forever with the saints to reign. И он живет навеки вместе со святыми, чтобы править. But the verse that I like, or the sentence I like most of all from that song. Но вот фраза, которая мне больше всего нравится в этой песне. Is death could not keep him. Смерть не смогла удержать его. He tore the bars away. Он in prison, he tore the bars away. Он разорвал, сломал решетки в темнице. Praise the Lord. Слава Богу. Christ is risen. Amen. Христос воскрес, правда? Аминь. Christ is risen. Amen. Христос воскрес. Аминь. He is risen indeed. Amen. Воистину воскрес. Praise the Lord. Слава Богу. Now, my brother is saying it in Russian. Мой брат рассказывает это на русском. Let's all say it in Russian. Давайте скажем тоже на русском. Христос воскрес. Воистину воскрес. Слава Богу. Praise the Lord. Слава Богу. As we just read, как мы только что прочитали, the women came to the tomb after 3 days. Женщины пришли к гробу через 3 дня. And they found the body gone. И они увидели, что тела нет. The disciples claimed that God had raised him from the dead. И апостолы утверждали, что он воскрес из мертвых. But a lot of the people said, well, no, they just stole his body. Но многие люди говорили, нет, его тело просто украли. Но если вы будете изучать Слово Божье, то вы увидите, что Иисус Христос на самом деле воскрес. Одно из доказательств того, что Он воскрес, это то, что Он пророчествовал о Своем воскресении. In Matthew chapter 12 and verse 40. В 12 главе Евангелия от Матфея, 40 стихе. It says, for as Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of a huge fish. Написано, ибо как Иона был в чреве кита 3 дня и 3 ночи. So the Son of Man will be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. Так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи. Beginning in Matthew chapter 12, Jesus is talking about his resurrection. Начиная с 12 главы Евангелия от Матфея, Иисус начинает говорить о своем воскресении. But that's not the only time. И это не единственный раз. The closer you get Jesus got to his death, he began to tell his disciples, I'm going to rise again. Чем ближе Иисус приближался к тому моменту, когда он будет распят и воскреснет, тем чаще он говорил о своем воскресении. Matthew 16:21. Матфея 16:21. It says, Jesus told his disciples, tell no one the vision that you see. Иисус сказал своим ученикам, не говорите никому о том видении, которое вы видели. Until the Son of Man is risen from the dead. До того дня, пока Сын Человеческий не восстанет из мертвых. And then Matthew 16:21. Матфея 16:21. Jesus began to show his disciples that he must go to Jerusalem. Иисус начинает открывать своим ученикам, что ему надлежит идти в Иерусалим. And suffer many things from the elders and chief priests. И много пострадать от старейшин и первосвященников. And scribes and be killed and be raised the third day. И быть убиту и в третий день воскреснуть. So Matthew 16:21, Matthew 17:9, and then in Matthew 17:22. Матфея 16:21, 17:9 и дальше 17:22-23. Now while they were staying in Galilee, Jesus said to them. Во время пребывания их в Галилее Иисус сказал им. The Son of Man is about to be betrayed into the hands of men, and they will kill him. And the third day, he will be raised up. Сын Человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют его. И в третий день он воскреснет. What amazes me the most, что больше всего поражает меня,
exceedingly sorrowful. То, что в следующем стихе написано, что апостолы весьма опечалились. Again in Matthew chapter 20 and verse 18. Дальше в Евангелии от Матфея, 20 глава, 18 стих. Jesus says this, behold, we're going to Jerusalem. Иисус говорит, вот мы восходим в Иерусалим. And the Son of Man will be betrayed by the chief priests and the scribes. И Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам. And they will condemn him to death. И осудят его на смерть. And deliver him to the Gentiles to mock and scourge and crucify. И предадут его язычникам на поругание и биение и распятие. But the next phrase is wonderful. Но следующая фраза, она and замечательна. И в третий день он воскреснет. Аллилуйя. Дальше Евангелие от Матфея, 26 глава. Jesus, it, 32 стих. Это то место, где Иисус последний раз говорит со своими учениками. I will go before you to Galilee. По воскресении же моем предварю вас в Галилее. Do you understand? Jesus was telling us several times in a very close proximity, very close together, he is going to rise from the dead. Вы видите, Иисус постоянно говорит о том, что он воскреснет из мертвых. Now, the first question some people will ask is, well, if what is the proof that he rose from the dead? Но люди могут задавать вопросы. Например, первый вопрос. Как кто-то может доказать, что он воскрес из мертвых? Did anybody see him? Кто-то видел его? If you were a reporter, you would ask the question, did anybody see him after he came out of the tomb? Если бы вы задали этот вопрос, кто-нибудь видел его, когда он после его воскресения? But if you go through the New Testament, you will find many, many, many times that people saw him. И когда вы будете читать Новый Завет, вы увидите много раз говорится о том, что люди видели его. Over a period of 40 days. В течение 40 дней. He was seen at all the time. В течение всего этого времени. In all sorts of places. Они видели его в разных местах. In Jerusalem and in Emmaus. В Иерусалиме, в Эммаусе. In Galilee, on top of a mountain. В Галилее, на вершине горы. People saw him and touched him. Люди видели его и прикасались к нему. People watched him eat. Люди видели, как он ест. Jesus proved to his disciples beyond a shadow of a doubt that he was alive. Иисус доказал своим ученикам без тени сомнения, что он живой. And that's what Acts chapter 1 verse 3 says. И вот что говорит книга Деяний святых апостолов, 1 глава, 3 стих. In Acts chapter 1 in verse 3 it says, to whom he presented himself alive after his sufferings. Которым и явил себя живым по страдании своем. By many infallible proofs. Со многими верными доказательствами. Being seen by them 40 days and speaking of things pertaining to the kingdom of God. В продолжении 40 дней являясь им и говоря о Царстве Божьем. Now this guy Luke who wrote that verse. Этот человек Лука, который написал этот стих. He was a well-educated man. Он был очень образованным человеком. And he didn't just write something just to be writing. Он не просто писал, чтобы написать что-то. And when he wrote that by many infallible proofs, когда он писал со многими верными доказательствами, he was saying these cannot be doubted. Он говорил о том, что в этом можно не сомневаться. This is a proven fact. Это абсолютно достоверный факт. Jesus Christ is risen from the dead. Иисус Христос воскрес из мертвых. Now, I'm not sure where the body of Moses is now. Я не знаю, где тело Моисея находится сейчас. But I do know that he was buried at one time on a mountain somewhere. Я знаю, что он был погребен где-то на вершине горы когда-то. I know that the body of Muhammad is buried in his home in Saudi Arabia, Medina, Saudi Arabia. Я знаю, что тело пророка Мухаммеда захоронено в Саудовской Аравии. We have the body of Lenin here in Moscow. Здесь в Москве у нас есть тело Ленина. I mean,
He was a great revolutionist of Russia. Был великий революционер в He России. Did some tremendous things for Russia. Сделал просто невообразимые вещи в этой стране. On his tomb are written these words. И знаете, на его гробнице написаны такие слова. He was the greatest leader of all peoples. Он был величайшим лидером всех людей. Of all countries. Всех стран. Of all times. Всех времен. He was lord of the new humanity. Он был правителем нового человечества. He was savior of the world. Он был спасителем мира. But he died 89 years ago. Но он умер много лет назад. He went to sleep on January the 20th, 1924. 20 января 1924 года он лег спать. And he never woke up. И никогда не проснулся больше. And if we're waiting on him for a savior, we're in trouble. И они ждали бы в беде, что он спасет его, их. But on tomb after tomb, и гробница за гробницей, we see these words. На каждой из них мы видим такие слова. Here lies a great king or a great queen. Здесь покоится великий царь или великая царица. But they're all dead. Но все они мертвы. But I'm here to tell you the tomb of Jesus Christ is empty. Но я здесь для того, чтобы сказать вам, что гробница Иисуса Христа пуста. Я здесь, чтобы засвидетельствовать вам, что в третий день Иисус Христос воскрес из мертвых. Вы не найдете Иисуса похороненным где-то в гробнице. Я думаю, что нам необходимо прочитать эту историю. John and Peter went to the tomb. Когда Иоанн и Петр отправились к гробу. The napkin that was laid about that was about Jesus' head was laid was folded and placed in a different place. Пелена, которая покрывала голову Иисуса Христа, которая была обмотана вокруг головы, она лежала отдельно от остальных. It was like Jesus Christ got up. Это как будто Иисус Христос встал. Carefully took the took his time making sure everything was in order. И аккуратно, не торопясь, привел все в порядок. And then rolled the stone away, then walked out of the tomb. И потом камень был отвален, и он вышел из этой темницы, из гробницы. So on the authority of the word of God. И авторитетом Божьего слова. I tell you today, Jesus who said he would die and rise again. Я говорю вам сегодня, что Иисус умер и воскрес. He did just that. He is risen. И он воскресший сейчас. He is risen. Он воскрес. Христос воскрес. Воистину воскрес. Слава Богу. He is the Savior of the world. Он спаситель мира. He is the Lord of lords. Он Господь Господ. He is the King of kings. Он царь царей. He is the living King of kings. Он живой царь царей. Слава Богу! Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! He's alive. He is really alive. Now, what about other evidences? Теперь, что касается других доказательств? Well, first of all, I want to present to you the Christian faith. Во-первых, я хочу обратить ваше внимание на христианскую веру. The Christian faith is based on the resurrection. Христианская вера построена на воскресении. And Christians make up a large amount of the people on the face of the earth. И сейчас христианство составляет огромное количество людей на этой планете. And the Christian faith is based totally on the resurrection of Jesus. И христианская вера полностью основывается на воскресении Иисуса Христа. Biblically, the disciples did not enter into the new covenant until after they recognized Jesus was risen from the dead. В соответствии с учением Библии, апостолы не вошли в Новый Завет до того, как они приняли воскресение Иисуса Христа. But when Jesus appeared to them, но когда Иисус явился им, and Jesus said, "Here, look at my hands and look at my sides." И сказал: "Посмотрите на мои пронзенные ладони, посмотрите на мое ребро." They realized that Jesus was risen from the dead. Они поняли, что Иисус воскрес из мертвых. And the Christian faith
is based upon believing that Jesus Christ is risen from the dead. И христианская вера построена на этом веровании, что Иисус Христос воскрес. And it was not until the disciples believed that he was risen from the dead. И до того момента, как апостолы не поверили в это, that they were able to receive the salvation under the new covenant. Они не могли принять спасение Нового Завета. That's what it says in John 20:22. Вот о чем говорится в Евангелии от Иоанна 20:22. And when he said this, he breathed on them and said to them, "Receive the Holy Spirit." Сказав это, дунул и говорит им: "Примите Духа Святого." Now, they were not going to receive the gift of the Holy Spirit until a few days later. Они не приняли в этот момент Духа Святого. They were going to go wait until they received the gift. Они ждали до того момента, как принять дары Духа Святого. But here Jesus says, "Receive the gift of the Holy Spirit," and He breathed on them. Но здесь Иисус говорит: "Примите Духа Святого." What He's saying is, because you believe that Jesus Christ is risen from the dead. О чем идет речь? О том, что они должны поверить в то, что Иисус воскрес из мертвых. The Holy Spirit is coming into your life right now. И когда это происходит с вами, Дух Святой входит в вашу жизнь в этот же момент. He is cleansing your spirit, man. И Он очищает вашу жизнь. He's creating a new spirit in you. Он создает в вас новый дух. The old things are passed away. И прежние вещи уходят. The old covenant is passed away. Ветхий Завет, он уходит в небытие. And everything is new. И все новое теперь. Receive the Holy Spirit. Примите Духа Святого. And today, if you have not yet received Jesus Christ, и сегодня, если вы еще не приняли Иисуса Христа, as we declare to you the proofs that Jesus has risen from the dead, в то самое время, когда мы говорим вам о том, что Иисус действительно воскрес из мертвых, reach out with your faith. Прострите свою веру. And receive the understanding that He is alive. И примите это понимание того, что Он жив. And you too can, the Holy Spirit too will also be breathed upon you today. И Дух Святой тоже будет касаться вас сегодня, and He will create a new spirit in you. И создавать вас новый дух. Like He did with the disciples. Точно так же, как Он сделал с апостолами. Now, just the Christian faith is one proof, but the Christian church is another proof. И не только христианская вера является доказательством, но церковь Христа является доказательством. How do you explain all the people in the Christian church? Как вы объясните это множество людей в христианской церкви? Do you think for one moment that the early church could survive a week in the hostile environment that they lived in? Without the resurrection. Вы думаете, что хотя бы на мгновение христианская церковь могла выжить в том враждебном окружении, в котором она тогда была? The early church preached the resurrection just a few minutes walk from where Jesus' tomb was. Христианская церковь проповедовала воскресение Иисуса Христа всего в нескольких шагах от того места, где Он был похоронен. If Jesus was still in the tomb, если бы Христос все еще был в гробнице, they would have just walked down the street and said, look here, this is where he's buried. Люди бы просто спустились по улице и сказали: смотрите, вот место, где он похоронен. But he's not there. Но он не там сегодня. He was risen from the dead. Он воскрес из мертвых. I like what Peter said on the day of Pentecost. Мне нравятся слова апостола Петра в день Пятидесятницы. He said, "Men of Israel, and hear these words." Вот его слова. Jesus of Nazareth, the man attested by God to you by miracles and wonders and signs. Иисуса Назарея, мужа засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами и знамениями. Which God did through him in your midst, as you yourselves also know. Который Бог сотворил через него среди вас, как и сами знаете. Him being delivered by determined purpose and foreknowledge of God. Сего по определенному совету и предведению Божию. You have taken by lawless hands, have crucified and put him to death. Преданного вы взяли и пригвоздив руками беззаконных убили. But God raised him up. Но Бог воскресил его. Having loosed the pains of death, расторгнув узы смерти, because it was not possible, потому что ей было невозможно, that he should be held by them, удержать его.
Do you understand that? Вы понимаете? That's why on the day of Pentecost 3,000 people came to the Lord. Вот почему в день Пятидесятницы 3,000 людей обратились ко Христу. That's why just a few days later 5,000 more came to Jesus. И всего несколькими днями позднее 5,000 людей обратилось к Иисусу Христу. Почему? Because Jesus Christ is risen from the dead. Потому что Иисус Христос воскрес He's из мертвых. Not like any other religion. Он не то, как другие религии. The leaders of all the other religions, they're dead. Основатели, лидеры всех других религий, But они Jesus мертвы. Christ is alive and alive forevermore. Но Иисус Христос жив и жив вовеки. Now I want to give to you another proof. Я хочу дать вам еще одно свидетельство. It's called the Christian Sunday. Оно называется христианское воскресенье. Now, every once in a while, somebody will say to me, "Pastor, I'll see you on the Sabbath." Кто-то однажды сказал мне, пастор, увидимся в субботу. But the Sabbath is суббота, yes. Суббота это суббота, да? And Sunday is not суббота. А воскресенье это не суббота. Sunday is воскресенье. Воскресенье это воскресенье. Do you understand that the Christians in that early church? Вы понимаете, что христиане в ранней церкви? Who had grown up in a culture that you honored the Sabbath day, you kept the Sabbath day holy. Которые росли в этом народе и которые чтили свои традиции и святость субботнего дня, they decided they would honor the day Jesus Christ rose from the dead. Они решили чтить тот день, в который Иисус Христос воскрес из мертвых. In this Jewish environment, в этом еврейском иудейском окружении. The disciples said, "We're going to meet on Sunday." Апостолы сказали, мы будем встречаться в воскресенье. We're going to meet on Resurrection Day. Мы будем встречаться в день воскресения. I love the Russian language. Я люблю русский язык. We're going to celebrate Resurrection Day on Sunday. Мы будем праздновать День Воскресения в воскресенье. Praise the Lord. Слава Богу. For them to violate the Jewish rules of honoring the Sabbath day. И для них приступить это иудейское правило того, чтобы чтить субботний день. Created a hostile environment. Создало враждебное окружение. And if they didn't believe that Jesus Christ was risen from the dead, если бы они не верили в то, что Иисус Христос воскрес из мертвых, they would have never celebrated the resurrection of Jesus Christ. Они никогда не праздновали бы это воскресение. Now, in the church, we have other proofs. Теперь в церкви у нас есть еще доказательства. The ordinances, the laws of the church. У нас есть установления, законы церкви. First one is baptism. Первое священнодействие это крещение, водное крещение. And do you understand what water baptism represents? Вы понимаете, что означает водное крещение? When you are laid down into the water, когда вы погружаетесь в воду, you are saying, I am being buried in water and taking part in the death of Jesus Christ. Вы свидетельствуете, я. Paul says in Colossians chapter 2 and verse 12. Апостол Павел говорит в послании к Колоссянам 2:12. Having been buried with him in baptism, быв погребены с ним в крещении, and raised with him through your faith, в нем вы совоскресли верою, in the power of God, в силу Бога. We're saying that water baptism represents his death, burial, and resurrection. Мы говорим о том, что водное крещение, оно означает погребение с Иисусом и воскресение в нем. Those that were just recently baptized. Те, кто недавно были крещены. I said, do you promise to put the world and Satan and sin and self?
Я говорю при крещении, говорил вам, вы обещаете, что the world and Satan и сатана is sin и грех and self и вы сами and serve Jesus Christ only. Погребите это и служите одному Христу. That's what you were baptized to. Вот зачем вы креститесь. You're no longer living for yourself. Вы больше не живете для себя. But you've been raised to walk in newness of life. Вы воскресаете для того, чтобы жить новой жизнью. That the world would see that we believe in the resurrection of Jesus Christ. Для того, чтобы мир видел, что мы верим в воскресение Иисуса Христа. That they would understand that our Jesus is an alive Jesus. Чтобы они понимали, что вы говорите своей жизнью, я верю в воскресшего, живого Христа. And then we also celebrate the communion. Еще есть священное действие причастия. Do you know what it says? Вы знаете, что сказано? I'm not going to read it all. Я не буду читать все это место. Just talking about the cup. Только ту часть, в которой говорится о чаше. Jesus said in the same manner, Paul writes, in the same manner also Jesus took the cup. Апостол Павел пишет, так же и чашу после вечери взял. And this is what he said. И сказал, this cup is the new covenant in my blood. Сия чаша есть новый завет в моей крови. This do as often as you drink it in remembrance of me. Сие творите, когда только будете пить мое воспоминание. For as often as you eat this bread and drink this cup. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию. You proclaim the Lord's death till he comes. Смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Did you hear that? You proclaim the Lord's death till he comes. Вы слышали? Вы смерть Господню возвещаете, доколе он придет. There's something between his death and when he comes. Но между его смертью и тем моментом, когда он придет, есть что-то. Оно называется его воскресение. Он жив. Христос воскрес из мертвых. Он воскресший воистину. Воспоминание о смерти о смерти Господней, доколе он придет. The disciples met regularly together. Ученики делали это регулярно вместе. To celebrate his death, burial, and resurrection. Для того, чтобы праздновать его смерть, его погребение и воскресение. I didn't mention it, but I want to. Sunday is a weekly celebration of the resurrection of Jesus Christ. Вы знаете, воскресный день — это регулярное празднование воскресения Иисуса Христа. That's why the Russians call it воскресенье. Вот почему русские называют это воскресенье. They call it resurrection. Они называют его воскресением. Because it's a weekly celebration 52 times a year. Потому что это еженедельное празднование 52 раза в году. Now why do we do that? Почему мы делаем это? Because Jesus Christ is risen. Потому что Иисус Христос жив. Я также хочу сказать вам об измененных жизнях апостолов. До того момента, когда они поняли, что Иисус Христос воскрес из мертвых, они закрыли двери и сидели в этой горнице в страхе. But once they realized that Jesus Christ rose from the dead. Но когда они действительно приняли воскресение Иисуса Христа. It's like Paul said. С ними произошло, как говорил апостол Павел. Death, where is your sting? Where is your sting? Смерть, где жало твое? Death cannot hold us. Смерть не может удержать нас. We do not have to be afraid of death any longer. Нам не нужно больше бояться ее. Because we have somebody that went before us. Потому что у нас есть пример того, кто пошел впереди нас. And he said, because I live, you too shall live. И он сказал, так как я живу, вы будете жить. And the disciples went from that upper room. И апостолы встали, вышли из этой горницы. Where they had been fearful and worried about what was going to happen. Где они сидели в страхе, ожидании того, что с ними случится дальше. They turned the world upside right. И они перевернули этот мир. I mean,
You understand it was upside wrong, okay? And they turned it upside right. Вы понимаете, он был перевернут, неправильно лежал. А они перевернули его и сделали правильно. And they were not fearful when men said, "We're going to kill you." И они не боялись, когда люди говорили им, мы убьем вас. Stephen was our example. Стефан был примером для нас. They were throwing rocks at him. Они побили его камнями. They weren't just playing. They weren't playing. Они хотели просто поиграть с ним. Не хотели играть с ним. Спасибо. Спасибо вам. And as Stephen was dying, и когда Стефан умирал, he looked up. Он воззрел на небо. Normally Jesus is sitting at the Father's right hand. Обычно Иисус сидит одесную Отца. But Jesus was standing. Но Иисус стоял. Why? Почему? Because he was welcoming Stephen home. Потому что он приветствовал Стефана входящего. В царство его. И почти все апостолы были убиты за свое свидетельство. Но они не боялись смерти. Потому что Иисус уже победил смерть. И они понимали, что так как Он живет, мы будем жить. И последнее свидетельство, которое я дам вам, в том, что наша жизнь тоже меняется. Мы больше не будем такими, как были прежде. I have seen drug addicts and thieves and murderers changed by the power of Almighty God. Я видел наркоманов, воров и убийц, которые изменялись силой Божьего слова. I've preached in prisons and seen the hardest criminals weep before Jesus Christ. Я проповедовал в тюрьмах и видел закаленных преступников, которые рыдали в присутствии Божьем. Why? Почему? Because the Jesus we serve is not just a religion. Потому что Иисус, которому мы служим, это не просто религия. It's a relationship. Это отношение. He is alive and alive forevermore. Он жив и жив во веки веков. And I'm here to tell you. И сегодня я здесь, чтобы сказать вам. If you will live for Jesus Christ. Если вы будете жить для Иисуса Христа. You will not be the same next year as you are this year. Вы в следующем году не будете такими, какими вы в этом году являетесь. Вещи, которых вы желали когда-то, они даже близко не стоят с тем, чем вы станете в нем. У Бога грандиозные планы на вас. God has great plans for your family. У Бога великие планы на ваши семьи. God has great plans for your nation. У Бога великие планы на ваши народы. We heard of all these people from different countries. Мы слышали приветствия всех этих людей из разных стран. You're not here just because somebody invited you. Вы здесь не просто потому, что кто-то пригласил вас сюда. You're here because God wanted to say to you, "I've got plans for you." Вы здесь потому, что Бог захотел спасти вас, и у Него есть планы на вас. If you'll put all these things behind you and serve me. Если вы оставите в прошлом всю свою прежнюю жизнь и будете служить Ему. Его обетование в том, что Он покажет вам великие вещи. Почему? Почему? Потому что Иисус Христос жив. Потому что вовеки Он жив. Подождите минуточку. У Него ключи от ада и смерти. You don't have to worry anymore. Вам не нужно больше беспокоиться. You don't have to be fearful anymore. Вам не нужно больше бояться. Because Jesus Christ. Потому что Иисус Христос conquered death. Победил смерть. Let's stand and we're going to pray. Аллилуйя, давайте встанем и помолимся. If you're here and you've never made Jesus Christ Lord of your life. Если вы здесь стоите и раньше
Никогда вы не принимали Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. И хотите принять Его сегодня. Pray with me right now. Молитесь со мной прямо сейчас. Dear Jesus, forgive me for my sins. Дорогой Иисус, прости меня за мои грехи. I am a sinner. Я грешник. But I ask you right now. Но я прошу тебя прямо сейчас. To forgive me. Простить меня. I believe Jesus Christ died on the cross for me. Я верю в то, что Иисус Христос умер на кресте за меня. And I believe now that He rose again the third day. И теперь я верю, что Он воскрес в третий день для меня. I believe that He is now Lord. Я верю, что сейчас Он Господь. I receive Jesus Christ today. Я принимаю Иисуса Христа сегодня. As my Lord and Savior. Своим Господом и Спасителем. From this day forward, I'm going to live for Jesus. И с этого дня я буду жить для Иисуса. From this day forward, I'm going to see the power of God working in my life. И я буду свидетелем силы Божьей, делающей делом изменения в моей жизни. Thank you, Father, for forgiving me. Спасибо, Отец, за Твое прощение. Thank you, Jesus, that the Spirit of God has breathed upon me today. Спасибо, Отец, за то, что Дух Святой вдохнул меня сегодня. And I am a new creation. Я новое творение. A new spirit. Новый дух. The old things are passed away and everything is new. И все прежнее прошло, и все теперь новое. Thank you, Father. Спасибо, Отец. For what Jesus did on the cross. За то, что Иисус сделал на кресте. Amen. Аминь.